Всем привет, Притутуб, солнечная Италина. Проводи, девочки, мальчики, мужчины. Огромное спасибо за ваши комментарии. Всем привет, Притутуб. Опс, переключаемся. Я просто в шоке. Понимаете, вот есть люди способные, рабоспособные. Есть талантливые, то есть могут осуществить чью-то мечту, да, и разделить с ним победу. Но есть люди реально креативные. Я убеждаюсь еще раз, что это вот реально разные слова. Две минуты, вот это вот, я так поняла, штучка для, как его называть, для раковины. Марда, две минуты, никакого мошенничества. Я приехала домой, стены греют, на улице просто весна-веснущая. Быстренько сейчас покажу, как я оделась. Так, сейчас живот тяну, лопатки соединю. Девочки, дом это все, это нечто. Не буду крутиться задом, потому что у меня тут буа. Можете в инстаграме посмотреть. Пижак покажу. А, да, сейчас. Смотрите, вот такой вот пижак. Это Зара. Кто помнит, я его покупала, когда ехала в Рим на съемки. Боже, когда-то было время, я ездила даже в Рим на съемки. Слушайте, ездила в Рим на съемки, Зара покупала вместе с вами. Что около 40 евро стоило? Посмотрите, как ума мне его сделала. Сейчас на мне посмотрите. Единственное, знаете что? Печально, что это все очень нежно, это все очень в спокойном состоянии. Вот что такое. Вот, и, конечно, это работа. То есть, кажется, ну, подумаешь, там, бусинки. Не, нифига, она так делает, что прям честное слово, в нем потеть прям не хочется. Сейчас я вам покажу, девочки. Смотрите. Я не буду поворачиваться задом, хотя, в принципе, не буду вас расстраивать. Ха! Смотрите, какой красивый пиджак. Почему-то люблю пиджаки в три четверти, я не знаю почему. Сейчас я повыше вас подниму. Пиджак просто обалденный, девчонки. Светочка, спасибо тебе большое. Это не комплимент, это реально, ты просто большая умничка. Мама Люба, папа Петя, если вы смотрите, у вас очень нереально креативная дочь. Я не знаю, в кого она. Девчонки, не стоите, потому что здесь пакеты закончились. У вас реально креативная дочь, я не знаю, в кого она пошла, но это просто, это шикарно. Я даже, ну, сейчас я сниму, она не распадется, что она у меня останется. Что? Куда не распадется? Распадется она на булавках. Ну и можно будет сделать так, чтобы она не распадалась, да? Девочки, красотень. Пиджак, я не, ну, пиджак он такой, которым я буду ходить на улице. То есть это не пиджак, там, знаете, типа, это такой пиджак, когда я вот буду ездить на конкурсы. Кстати, мне сегодня мужчина звонил, говорит, Марина, ты за меня забыла. Ну, там другой, я сейчас с ним не работала ни разу, вот. А я говорю, у меня нету гримпаса, я сейчас не могу по Италии переезжать. Ну, вроде там на апрель что-то, на первые числа апреля. Но опять же, все это переносится, поговаривают, что с 35-го будет ослабление. И что с 35-го не надо будет уже гримпасы, то есть можно на трену переезжать спокойно на поезде. Вот, поэтому конкурсы пока стоят. Очень красиво. И, кстати, кума похвалила, сказала, что я неплохо выгляжу, что очень у меня хорошая фигура. Да. И я считаю, что я, ну как, меньше, конечно, надо жрать, понятное дело, будет еще лучше. У меня с каждым днем все больше и больше появляется желание, девочки, накачать пресс, и меньше желания появляется утешить себя мыслью по поводу операции. Я видела, мне попалась в инстаграме мужчина, осталось двое детей в семье. Женщина просто урезала мешочек на животе, и у нее пошло интоксикация, по-моему, сказал он. И доказать ничего не могут, врача не могут никуда привлечь, как бы мамы нету, а хотелось быть красивой, девчонки. Поэтому, молодняк, кто еще смотрит, ну, как-то надо себя держать этом. Ну, опять же говорю, я очень много консумирую калорий, очень много двигаюсь, в принципе. Вот, ну. Отойди, покажи свои ноги красиво. Сделай немножко вправо, влево, тадам, тадам. Ага. Очень красиво. Такие ноги. Вообще, с этого не говорим. А, девчонки, мои новые туфли, сейчас я вам покажу вблизи. Шли очень долго. Заказывала, наверное, кстати, я их заказывала до того, что я хотела на них поехать в Сан-Ремо под платье, которое мне шила Светлана с Ларисой. И, по-моему, да, по-моему, я их заказывала туда, они подходили по цвету. И они пришли вот буквально, ну, наверное, месяц назад, уже 3 недели назад они пришли. Очень красиво сделана сиреневая здесь ободочек сиреневый. Видите, не красный, не розовый. Вас фуксия передает, а сиреневый. Это импортация Versace. Вот. Очень красивая. Их теперь можно носить с фиолетовой, можно носить один фиолетовый и можно носить один фуксия. И когда мы, кстати, видели со Светой женщину в магазине в разных туфлях, и я еще говорю, есть такая коллекция, я где-то видела. И вот сейчас у меня в инстаграме высвечивается новая коллекция, не знаю какой фирмы, разные ботинки, разные туфли. Так, эти туфли одинаковые, фирма одна и та же, девчонки шьют сами. Ну, понятное дело, что это не оригинал, да, оригинал стоит, по-моему, 500 евро. Вот, и это,
А, да, я вообще удивилась по моей. Сейчас вам покажу. Сейчас, девочки, я одену тапочки. Мне полуграмм. А где мои тапочки? Все постирано. Тапочки постираны. Все постирано. Девочки, смотрите, даже здесь все в тон. Сиреневая это. Очень красиво, очень красиво. Я прям в шоке. Сейчас я вам покажу вблизи. Мне еще что я твои камни все потратила. Какие камни? Полоску все. Розовую? А чем мы каблук заделаем теперь? На каблук осталось. Она очень креативна. Ну, практически ничего не пострадало. Практически ничего не пострадало. Рамочка разбилась. Ну, понятное дело. Видишь, там где солнышко не хватает. Это очень хорошо. Сюда бубон или помпон. Чтобы помпон висели. Будет очень красиво. Вот смотри. Сейчас тебе покажу. Видишь? И помпон. Вдобавок. Там, где цветок висит сиреневый, видишь? Там боже, тоже, еще и цветок висит. Там уголочка не хватает. Рамочки. Ну, ты не рассказывай. Не все. Не, ну, правильно. Может, рассказываем, потому что мои подружки глаз намного ярче стал. Ой, я представляю сейчас комментарии, что все меня просили, когда ты этот глаз закрасишь. Блин, делали ремонт, пацаны боялись, что отпадет штукатурка старая. Видишь, что я поразмывала углы белые? Да, видно вообще, он даже ярче стал, ресницы внизу стали ярче, бровя другая. Девочки, ну это мой лейбл, что я могу сделать? Фиолетовое, розовое, все. Сюда добавятся другие фотографии, просто я что-то психанула, очень себя сделала обширно, надо было поменьше. Может, белую надо было? Рамки это были самые дешевые. Нет. Не-не-не-не-не-не, розовый, фиолетовый это мое. Розовый, фиолетовый, это... Бля, я думаю, где она? Она мне выслала, сейчас, подожди, как мадам Брошкина. Она мне когда выслала фотку, я такая, о, круто. Потом такая, бля, так это ж моя кухня. Офигела, пошла на канал, посмотрела. Смотрю у нее этот самый. Она такая говорит, ну и вот фиолетовая. Я, блядь, в голове не могу понять, где она. Я сначала подумала, штора. Она обрезала мою штору. Потом думаю, нет, я эту штору кому-то подарила. Помните, у меня висели старенькие фиолетовые? Потом, нет, она же какого-то что-то. Думаю, что? У меня на первых секундах был инфаркт, наверное, что фиолетовое порезали. Я не могу понять, думаю, что она? Потом думаю, нет, она меня так не подставит, она не порежет ни одну фиолетовую материал. Вот. А сейчас прихожу, говорю, что ты наклеила? Здесь, кто помнит, на кухне, София на Пасху дарила два букета с этими самыми, типа яйца, ну пасхальные яйца на подарок она дарила. И, короче, я почему-то подумала, что... то есть я даже не могла подумать, что это будут они. И она говорит, это вот то, что ты хотела выкинуть, бумага, в которой были цветы. Ну, кто меня дорого, ну, много дорого стоит, говорит, дорого давно смотрит. Вот здесь они висели, потом они там стояли. Я же их сняла, я же, ну, типа, хочу расхламиться. Вот. И она говорит, я сделала из этой салфетки. Как? Так это не салфетка, ну, как резинка. Ну, оно как резинка, но все равно это салфетка. Это была, девчонки, упаковка. И тут стояли яйца, я их уже все хотела или выкидывать, или что с ними делать, я шоколад не люблю. То есть я очень редко, когда могу съесть конфету там или мороженое. Мне больше нравится йогурт. Как-то Саша мне показала существование йогуртов холодных. И девчули, красотень, посмотрите. Все, видите, уже видите, девочки, доделанный вариант. Останови на секунду, я пройду. Пройдись так. Вечер, при всех я хочу тебя поблагодарить. Иди сюда, при всех. Моя девочка. Креатив, креатив, креатив. Молодец, Свет. И никогда не стареющая баба. Девочки, я только за это пошла отсюда. Девочки, как так можно? Она тянется так прекрасно. Короче, что я делаю? Девочки, сегодня для вас будет сюрприз. На канале вечером будет горячо. Я жду. Ой, напишите в комментариях ваши загадки. И, короче, сейчас мне надо быстренько помыть полы, протереть, скажем так. И все, и в новую пасарам. Жизнь прекрасная, замечательная. Потом расскажу вам все новости. Я когда сегодня приехала домой, это надо было снимать. Девочки, это надо было снимать. Девчонки, я с этим самым, как его... Ты что хочешь делать? А, я хотела, думаю, хоть бы кума меня снимала, когда я иду по ступенькам. Девочки, с ковром, с этими сумками, знаете, какую-то из села выгнали. Вот домой возвращение дудного попугая. Девочки, довела всех до белой горячки. Ну а что, да? Потому что я за справедливость. Что вы думаете? Что, меня не возьмешь одним пейзажем. Мне этот пейзаж и вот эти ваши не нужны. Кума, закрой глаза. Закрыла. Снять? Нет, ничего. Да, снимай, закрой глаза. Я боюсь, что он распадется. Ничего не спадет. Упусти руки. Это в знак благодарности нашей дружбы. Я тебе подарила, купила такой
сердечко. А то что, ты мне его купила? Ну, Марин. А ты мне его, наверное, купила в этом, в китайском 3 года назад. Вот, это наш символ, наш подвес. Почему я так не плясала? Посмотри на меня издалека. Блядь, какой образ. Подвеска какая. Боже, какой креатив, девочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поза. Все. Девчонки, с вами прощаюсь ненадолго. Мальчики, мужчины, но пасарам. Всем хорошего настроения. Весна у нас полным ходом. Я не могу понять, у нас что, больше не будет снега, не будет зимы, не будет холодов. Потому что реально январь был очень-очень классный. Был очень теплый. Все, надо быстренько пошуршать, потому что сегодня, девочки, вы увидите того, кого давно не видели. Ну как же без этого человека? Этот влог невозможен, девочки. Ой, девочки, Тимур и его команда. А как вы хотели? И, кстати, Света сказала очень хорошую мысль, что когда люди уже проверены, какие бы они ни были, вы уже знаете, на что они способны. Когда люди новые, вы всегда чем-то рискуете. Есть какой-то риск всегда. Конечно. Нет общих знакомых, ты о человеке ничего не знаешь, где он учился, как он. Все это основное. Это, я сейчас еще насмотрюсь вот этих вот программ, там Агату Кристи, я насмотрюсь, там еще что-то. Но потом я боюсь. Все, расскажу все потом.